Всем доброго времени суток. Тут некоторые товарищи говорили, что Шаститка прикалывается и пошутил, понимаешь, да? Нет, товарищ Сталин не прикалывается. Вот он, Windows Mobile Phone, вот он в исполнении LG по сравнению с моей лопатой HTC, он, конечно, несколько меньше. Но, в принципе, как бы тоже... Отличная девайсина, сейчас, как вы видите, 9.01, даже часы синхронизировали, как назад в будущем. Пятница, вот у нас небольшой обзор Windows Mobile, Windows Phone 7, да. Что у нас здесь есть? Вот домашний экран здесь намного более удобный, который сразу показывает, что, где, когда будет. Мне это всегда нравилось, да. Просит ввести пароли, пароль можете запомнить, все равно это не мой пароль. И вот он, красивый телефончик, который работает в первом экране, это так называемый хаб, куда вы лочите все, что вам нужно. Здесь у нас телефон, но симку я пока не поставил, сейчас буду прикручивать. У нас есть люди, у нас есть месседжинг, у нас есть, собственно, Outlook с его почтой, у нас есть Windows Phone, у нас есть... Explorer, Xbox, Pictures, Music, Marketplace и, собственно, я сам, да, как владелец телефона, где мои все события. Вот он, Mi, вот New, что происходит у меня в моем, так сказать, профиле. Здесь вы видите все апдейты на Фейсбуке, все апдейты на Live. Пожалуйста, можете работать. Возвращаемся быстренько назад. С другой стороны, у нас есть Outlook, который показывает все необходимые пришедшие мне письма. То есть можно почитать unread письма, можно почитать те письма, которые требуют к немедленному исполнению. Ага, у меня почтовый ящик переполнен. То есть все очень просто, удобный интерфейс, красивый. То есть здесь вот внизу есть панелька, позволяющая манипулировать, соответственно, письмами. Панелька, позволяющая написать там новое письмо. Кому, где, как, все как положено, да, то есть отмена. И очень интересная вещь, которая касается того, что... Под каждой панелькой скрываются такие две точки. Эти две точки позволяют нам добираться до дополнительных настроек, сеттингов и тому подобное. Да, вот они, сеттинги. Come on. Где мои сеттинги? Вот мои сеттинги, вот настройка, сигнатура и тому подобное. Это была почта, а вот эти люди... Фактически то, что мы знаем, как Windows Live Messenger, который сейчас есть, вот он здесь представлен. То есть мы видим, кто, где, как и почему написал что-то у себя в сети. Мы видим комменты, мы видим, что люди пишут. И... Так... Люди комментируют последние обновления. И, собственно говоря, почтовая книга всего, сколько у меня unnamed людей-то, а? Это надо почистить себе профиль или заставить других написать. То есть здесь мы видим, опять же, все, что касается людей, каких людей, как и тому подобное. То есть мы, соответственно, листаем, синхронизируемся, работаем и тому подобное. Это был первый экранчик. Первый экранчик позволяет нам активно работать именно с тем, что нам нужно. И причем на первый экранчик можно добавлять тех людей, которые вам интересны, которые... мнение которых вам важно или которым приходится звонить. Например, мы сейчас подгрузим... про хроники лаборатории и видим здесь Влада Самойленко. Влад, ладно, мы пойдем другим путем. Видим здесь Влада Самойленко, или Сергея Устенко, да. То есть при этом Сергея мы можем посмотреть как профиль,
отправить имейл, увидеть соответствующие вещи. И самое главное, что мы здесь можем с Сергеем сделать, мы можем добавить его, обратите внимание, запинить, так называемый, на первую страничку, что тоже очень удобно, да? Вот он пин. Соответственно, запиненный Сергей, ну его сеттинги, да, будет здесь у нас, и теперь я всегда могу увидеть профиль Сергея, позвонить ему, найти, что у него новенького и тому подобное. Аналогичная процедура анпина, удерживаем кнопочку, убираем, система убралась. То есть это наш первая страничка, а дальше у нас, обратите внимание, идет пошаговые странички. Здесь уже все, что касается сеттингов, настроек, калькуляторы, про приложения, там календари и тому подобное. Здесь много, долго, интересно говорить. На самом деле интересны сеттинги, которые разделены на две части. Настройки самого, собственно, телефона, разрешение там голоса, Wi-Fi и тому подобное. Настройка тех же имейлов. Вот у меня настроен Facebook. Чего там с Facebook'ом? Потом разберемся. Плюс, опять же, можно настраивать не только системные вещи, но и приложения, настройки игрушек, подключить, собственно говоря, Xbox Live, настройки Internet Explorer. То есть теперь не в программу это вынесено, я люблю десктоп version для вещей. Работа с мэпами, где включено использование My Location для мэпов, то есть, соответственно, у нас здесь есть GPS, маркетплейса, месседжинга, офиса, настройки работы людей, что мы хотим, почему сортировать, там первое имя, последнее, я предпочитаю видеть все-таки так. И опять же аккаунты, которые мы можем добавлять в качестве, обратите внимание, соответственно, Windows Live, Outlook аккаунта, либо Advanced Setup для какой-то работы. Вот такой вот он небольшой, но красивый Windows Phone 7, то есть очень удобная в работе система, очень удобная первая панелька навигации с ее хабом, с ее возможностями работы с почтой и тому подобное. И очень удобная еще функция поиска, обратите внимание, соответственно, поиск бинговский, встроенный. Здесь мы уже сразу видим, что мы хотим искать, но можем попробовать поискать Игорь Шаститко. Ох, он что-то предложил. О, да, знает, слушайте. Игорь Шаститко. Эть, промахнулся. Есть такой Игорь Шаститко, поиск. Соответственно, веб, локал, ньюс. И опять же веб, где встречается упоминание, где. Ух ты! Сколько обо мне тут пишут. О, даже на AS.NET что-то написал. Вот такие вот дела. Да, у нас время. Кстати, это новый браузер встроенный, очень, опять же, симпатичненький, с кучей возможностей, интересная менюшка, поддержка фуллскрина и тому подобное. Все это здесь. Я заканчиваю, поскольку заканчивается уже время, 9.09, и поговорим позже, да, неограниченное, обратите внимание, и поговорим позже уже более подробно. Смотрите вебкаст, который будет в 11 часов, посвященный Windows Mobile вообще. Все, всем спасибо за внимание, всего хорошего.